блоки, котлеты, головы маленьких детей в сахаре для тортов, белый порошочек счастья, а еще... Слушай, а тебе не кажется, что на втором чуть-чуть? Да какая разница, когда здесь так жарко? Так разденьтесь, чего вы? Наивно. Не совсем не... Ты наивный. Боль приходит со временем. А еще можно взять червяков, замариновать их в соусе гомункулов и сделать из них шашлык. Это такая вкуснятина, вы даже не представляете себе. Жену где? Там в том. А тут холод, но мне болеет другого. Это не я, это все он. Он билеты покупал. Вот он. Ну, Нануки, что-то ты разговорилась. А тебе морозит. Добро пожаловать на шальований гетих дрібний город. Як ти між надбав? От ваш транспорт. На ньому будете добиратися до отеля. Да стоп, я еще хоть день остался в этом Ежибау, или как его там? Да ты дело говоришь, крыша течет, а вместо горячих источников знаете что? Прорыв, под кроватью, ребята! Кстати, о кровати, вы их вообще видели? Да у меня вместо одеяла и подушки кусок льдины, вероятно, провалившийся этой прорыв. А еще какой-то вам кусок волосатого дерьма. А еда? Ну вы ее видели вообще, а? Лед со льдом, желтый снег с тонкими нотками льда. А, прошу прощения, последний был довольно-таки неплохой. Для тебя старалась, детка. Все, с места не сдвиньте, пока не приедет этот автобус. Ну, может, мы хоть костер разведем, а? А ты хоть дрова или хоть что-нибудь, что можно разжечь тут видео?
Прошел один день. Прошло два дня. Прошло три дня. Шел четвертый день. Да где же этот автобус? И долго вы будете здесь стоять? Автобуса здесь долго не будет. А чай, мать твою, откуда? На костре сварил. Лед, вода, чай. Чай? 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 Чай, ребята, чай! Понятно. Кстати, город очень хороший. Приезжайте.